Вы знаете, я вообще считаю, что вообще-то во всем мире, раз уж мы за демократию, все могут перемещаться и общаться, где хотят. Да? Я знаю, что американские, английские, немецкие парламентарии сюда ездят и проходят через VIP-зал, наверное, в 10 раз больше, чем мы. Что, вдруг стало страшно того, что мы сюда приезжаем и ведем открытый диалог и в открытую высказываем позицию России? Мы сюда не с бомбами приехали. Мы сюда приехали открыто сказать позицию нашей страны. Да? То есть, что, давайте сейчас дойдем до того маразма, перепишем, что значит, англичанам можно, американцам можно, русским нельзя. Молдавская земля гостеприимная. То есть, нас пригласили наши коллеги по партии, да, партия социалистов. Мы рады к ним приехать. Все-таки вы едете в Гагаузию. А, допустим, такой сценарий о визите наших депутатов в Ингушетию или в Татарстан. Пожалуйста, пожалуйста. У нас, во-первых, в этом году наши депутаты будут, позавчера вернулись. У нас сегодня по межпартийному обмену почти во все наши регионы едут молдавские депутаты. То есть, потому что обмен опытом – это один из самых-самых. То есть, кстати, это нормально. Я считаю, что это не просто нормально, это очень хорошо. Да? Потому что я хочу сказать, да, вот так случилось, что с войной Приднестровья в России создали очень мощный фон, что Молдавия, вот лично даже для меня, вот когда первый раз сюда приехал в Молдавию, меня провожали сюда на митинг, да, они говорили, ты вообще оттуда побитый приедешь или вообще какой? Я говорю, я не знаю, мне партия сказала, я еду. Да? Потому что в глазах, как бы с помощью информационной войны было создано, да, что вот Приднестровье это наше, да, молдаване с ними воюют, это война. Да? И когда я увидел, сходя с трапа самолета, встречаясь на митинге о том, как молдаване относятся к россиянам, я был шокирован. Поэтому надо друг к другу ездить и понимать, потому что, что Молдавия не враждебная страна, что Молдавия, сами, ну как правительство, может думать, что хочешь. А вот молдаване, гуляя по улицам Кишинева, я понимаю, что они русских враждебными никак не считают. И все-таки какая цель вашего визита? Цель нашего визита, что наши народы должны быть рано или место жить как минимум в одном экономическом пространстве. Вот цель такая.